Несчастный случай произошел в торговом комплексе МЦ. Трехлетнему ребенку эскалатор придавил руку. К счастью, ребенок остался жив. Первую помощь пришлось оказать охраннику комплекса. Он вынес ребенка на руках к карете скорой помощи. Ребенок игрался и игрался, самовольно убежал от мамы, покинул территорию магазина, пробежал 12 метров, повернул направо в сторону эскалатора. Ему стало интересно, как показывает видеонаблюдение, ему стало интересно, как это происходит и что куда. Естественно, лента, которая крутилась, куда попала? Диспетчер, который, конечно, вовремя увидел, сработал. Вот, отключил был эскалатор. Соответственно, были вызваны органы. Я знаю то, что вы подбежали к этому ребенку, да, и как-то пытались, ну, помочь ему. Да, соответственно, да. Подбежали, естественно, взял, я разговаривал с ним. Как-то влиялся психологией помочь, имя и так далее. Маленько отлег, приехала скорая, да, соответственно, сделали укол. И после всего этого надели шину, опять же, врачи. Вот, и на руках я вынес его до скорой помощи. Вам известно, что с ручкой маленького ребенка? Я думаю, все хорошо будет, соответственно, с правилами, как бы так. Ручка вроде в порядке. Я думаю, что зайдет еще, поздороваемся, пообщаемся, конечно.